Ребята, всем привет! В этом обзоре хочу поговорить про еще одну интересную криптоплатформу под названием NFT Tanks. И давайте разберемся, что же это такое. Итак, NFT Tanks или NFT Tanks, проще говоря, это коллекция из 3333 уникальных Doge Tankers. Ну вот видите, часть из них на экране. И также New Play to Earn, соответственно, игра, NFT игра, в которой вы можете, соответственно, зарабатывать криптовалюты и также токен NFT во время своей, собственно говоря, самой игры, что, конечно же, очень хорошо. Вот, и, соответственно, действительно, сейчас игровые такие платформы на блокчейне, они, в общем-то, действительно являются супер актуальными и популярными. Ну, здесь мы видим скриншоты, как это все будет выглядеть. Давайте, например, я еще покажу. Интересная очень штука. Вот, действительно, я думаю, что многим это понравится. То есть подобные игры наверняка будут пользоваться популярностью. То есть, что вам будет доступно? Будет доступно, соответственно, три режима. Это PvE для обучения, PvP, то есть PvP это, собственно говоря, игра один на один, игра с другим соперником, и также командный бой. То есть все эти варианты тут можно применять. Ну и, как я и говорил, NFT тоже тут будут, 3333, и 5% токена будут бесплатно разделены среди всех обладателей уникальной коллекции NFT. Так что действительно вам выгодно влиться в данную часть. Также, что еще важно, что совсем скоро в ноябре уже все это будет дело открываться, и вы можете, соответственно, подписаться на них в соцсетях. Ну, допустим, для примера покажу Twitter, раз уж заговорил, и узнать все новости про данный проект, то есть когда у них, собственно говоря, будет возможность покупки и продажи NFT. Ну, прежде всего, покупки, естественно, то есть вы когда их можете приобрести, тут все тоже будет публиковаться. Далее экономика токенов. То есть видим, что, соответственно, у нас часть уходит на ликвидность, часть на бесплатную раздачу, часть владельцам NFT, часть на продажи различные, частные в том числе, ну и часть на маркетинг. Тоже понятно, что маркетинг — это очень важно для любого проекта. Ну и далее дорожная карта этой площадки. То есть, собственно говоря, в сентябре совсем недавно был запуск веб-сайта, разработка игр в соцсетях. Далее коллекция NFT, соответственно, вот и NFT Mint открывается, и частная продажа, и предпродажа. Далее в декабре этого года будет запуск игры. Ну а в следующем году уже у нас планируется добавление игровых предметов, соответственно, также у нас будет, собственно говоря, внутриигровой список, чат, ну и прочие тоже приятные вещи. Также этот проект выступает с поддержкой таких площадок, как EveryGame, Pay to Earn Daily, Game Zero, Dapradar и других. Ну и, как я говорил, у них есть соцсети, то есть Twitter, да, Telegram тоже. Давайте для примера покажу. В Телеграме больше 1000 подписчиков, то есть советую, конечно же, тоже подписаться и быть в курсе последних обновлений с проектом NFT Tanks. Ну и также у них есть Discord, но уже Discord давайте показывать в данном видео не буду. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился мой обзор на NFT Tanks. Спасибо всем за то, что его посмотрели. И тогда до встречи в следующих видеороликах.